Пока тебе нет. Ва-банк. Давайте, камеру. Ну давай, да это. Не-не, паспорта ваши. Паспорта ваши сюда. Это паспорта, какое? Удостоверение привели. Все. Это что удостоверение? Покажи. Паспорта. Паспорта. Я не видел удостоверение. А тебе не надо видеть. Паспорта сюда. Какие паспорта? Паспорта ваши. Сотрудники полиции, примите меры, пожалуйста. Примите меры, пожалуйста, к нему. Так. Пожалуйста, предоставьте свои там документы. Присядьте, пожалуйста, в автомобиль. Свои. Там ничего не видно. Так, я покажи, что не... там. Ой, ребят. Давайте, документ сюда. Сотрудник ваш. ФСБ находится в состоянии алкогольного опьянения. Да ладно. И что? И как а я пройдем, ничего не делаю. Со мной. Давайте сюда документ. Проходите документ патрульный автомобиль. Никто вам никаких документов не предоставит. Оснований для этого нет. Чего? Оснований для этого нет. Проходите в автомобиль. Какие патрульный автомобиль вас можно попросить? А я при чем? Я не водитель. Юрий Николаевич. Так, ребят. Давайте вот этой херней не будем заниматься. Да, вот. Хорошо? Все писать, верно, мы с вами абсолютно согласны. Присаживайтесь в патрульный автомобиль. Автомобиль. Паркован автомобиль. Это да, это вообще, конечно, так. Я в шоке. Да. Ведет себя, конечно, недостойно. Я хотел бы уточнить, так, для понимания. Мы свидетели того, что он управлял транспортным средством, есть все видеозаписи, все полностью имеется, поэтому мы дадим свидетельские показания, видео предоставим. Поэтому мы настаиваем на оформлении данного гражданина-водителя, который, как выяснилось, еще и сотрудник ФСБ. Вы будете составлять административный материал, правильно понимаю? Ну, составляем. Вы сейчас уже составляете. Я понял. Хорошо, мы будем здесь... Четко под нашим, так скажем, наблюдением общественным будем полностью контролировать весь процесс, и чтобы никто не ушел от ответственности. Скажите, пожалуйста, товарищ водитель, зачем вы употребляли алкоголь и напитки? Вы употребляли алкоголь и напитки? Не употребляли? А запах, сильнейший запах алкоголя, неустойчивость позы, сейчас не исходит от вас запах алкоголя, нет? Сотрудник полиции, вы чувствуете запах алкоголя? Владимир Юрьевич, да, чувствую. Давайте сейчас. Я понял. Хорошо. Значит, водитель Красников Игорь Николаевич управлял транспортным средством BMW X5. Имеется основание полагать, что данный водитель находится в состоянии опьянения. Значит, Красников Игорь Николаевич, вам сейчас предлагаю пройти медицинское свидетельство. В качестве присутствия двух понятых. Производится видеосъемка. Вот. Вам разъясняется. Вам и понятым. Статья, значит, 51 Конституции РФ. Никто не имеет права свидетельствовать против себя, своих близких. Также статья 25.1 КОП РФ. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Вправе знакомиться со всеми материалами со всем материалом дела, заявлять ходатайство отводами, давать объяснения, представлять доказательства, пользоваться юридической помощью адвокатов, защитников. Вам понятно то, что да, вам конечно, сказали? Конечно. Угу. Игорь Николаевич, вы медицинская, вы освидетельствовали, проходите, ходите. Еще раз, как? Понятые прослушали, что понятые, вы слышали? Подойдите, понятые, поближе. Медицинское учреждение. Нет, здесь на месте он. Здесь. Медицинское учреждение. Понятые, слышали? Просто сейчас еще раз, вот двое понятых, а он на месте отказывается? Или а здесь кто, будет продавать? Уважаемый, извините. Что? Да Оль, я не у вас спрашиваю. Переспроси, это самое. Медицинское учреждение, правильно? Нет, здесь. Не едет. Не едете, да? Нет. Отказывайтесь. А здесь? Понятые, на месте слышали? Будете проходить? Конечно. На месте, да. На месте. То есть продавать? Или... Да, не отказывайтесь. Вообще красавчик. Супер. Так. Дай ручку. А, извините, что за камера? Новое новшество, бои. Так, ну, держи, ну. Что, вставляй. Так, ты что, запечатан? Угу. Понятые видели? Понятые, посмотрите, может, тут запечатанный. Все, убедились? Да. Угу.
Будете проходить, да? Ну, Володь, дай ручку. Алло. В законе не написано, как надо что проходить. Это? Уберите, пожалуйста, камеру. Что-что? Камеру уберите. Почему? А потому что в законе не написано правила прохождения. Что не написано в законе? Правила прохождения. При чем здесь моя камера? Она меня смущает. Смущает? Так, все, я снимаю действия сотрудника полиции. Смущайте. На месте проходим освидетельствуем, да? Конечно. Так, все, ну что, ставим. Жми старт. На. Смотрите, идет проверка. Уберите камеру. Идет проверка воздуха. Все, убрал. До звукового сигнала. Да он не дует. Ну, мы просто вынуждены будем от... Будете сильнее. Еще будете. Смотри, как он губы зажал. Еще будете. Да не носом дует. Носом дует. Ну что, носом дует? Дует. Смотрите, просто будем вынуждены, если вы будете не соблюдать рекомендации, как вам говорит сотрудник, рекомендует. Будем вынуждены, просто если вы будете имитировать то, что вы дуете, будем вынуждены оформить отказ от прохождения медицинского свидетельства. Не отказываюсь, хочу медицинского. Вернее, мы будем вынуждены, то, что вы отказались на месте пройти освидетельствование. Нет, я не отказываюсь, ни в коем случае. Тогда здесь следуйте рекомендациям сотрудника. Тогда дуйте как все. Будете дуть как? До звукового сигнала, как вам говорят. Повтор нажимаю. Дуйте. Дуйте. Еще. Как шарик работает. Еще. Дуйте. Все. Так, понятые, идет анализ. Так. Обратите внимание. Значит, не вкусился. 0,962. Миллиграмм на литр. При том, что 0,160 допустимое. Согласны с результатом? Не согласен. Не согласны. Едем на свидетельство. На медицинское, да? Да. Но дело на то, что вы поймите, там такой же результат покажет. Я понимаю вас. И мы туда же вместе вы поедем. Очень все грамотно говорите. Едем на свидетельство. Хорошо, не вопрос, это ваше право абсолютно. Да, вы едете с нами обязательно. Конечно, мы обязательно. Да. Тем более вы сами настояли. Номер, мы обязательно, раз вы попросили, да, мы 100% поедем. Вы стоите, подождете, да. Нет, мы обязательно поедем, вы попросили, мы 100% поедем. Мои личные данные. Ваша просьба. А постоите, подождете. Конечно, мы обязательно поедем. Хотите. Спасибо, что пригласили. Хорошо, пожалуйста. Это капец вообще. Ничего, все. Послушайте меня, уважаемый. Так. Я собираюсь сейчас освидетельствовать. Я понял. Правильно? Да. Камеру берите. Так, а без нее как? Что? Не сможете. Да ладно, ладно, с ней, хорошо. Я согласен со свидетельствами. Согласен с результатами. Конечно. То есть вы. Я хочу подтвердить их медицинским. А, вон оно что. Представляете? Вот этого. Вот руку это, можно вот вам это пожать? Калинкор, да? Можно руку пожать? О, нет. Нельзя? Вам нет. Блин, а я бы вам пожал бы. Вы да прям чисто страшного, сердечное признание. Ничего страшного. Я понял. Явка с повинной, как говорится. Угу. Спасибо.